Всем привет! Дядь Тюра дает прогноз на первый матч 1/16 плей-офф Лиги Европы «Славия Лестер». Статистика команд. В национальном чемпионате «Славия» идет на первом месте и де-факто уже чемпион. «Лестер» идет вторым в АПЛ и имеет хорошие шансы на медали. «Славия» не проигрывает последние 10 матчей, из которых 9 выиграла. «Лестер» в последних 15 матчах имеет только 2 поражения. Обе команды сейчас находятся в очень хорошей игровой форме. Большинство своих матчей на групповой стадии обе команды провели очень результативно. В национальном чемпионате «Славия» также очень много забивает. «Лестер» когда как. Буки фаворитом ставят гостей, но «Славия» очень непростой соперник, который запросто может выиграть. Скорее всего, матч должен бы получиться результативным, и забивать в нем должны бы обе команды. С учетом коэффициентов можно пробовать играть не проигрыш хозяев в результативном матче. Из связки ставок Total больше обе забьют до 1x. Самый высокий коэффициент стоит на Total больше 1.87. На 1x 1.79, на обе забьют до 1.70. Если выбирать один вариант, логично, наверное, будет взять обе забьют до за 1.70. Неплохой вариант и 1x. «Славия» на своем поле очень редко проигрывает. Дядь Юра, правда, не знает, будет ли эта игра проходить в Чехии или на нейтральном поле. Но пока нигде информация о переносе этого матча вроде бы не проходила. Поэтому логично ждать как минимум не проигрыша чехов в этом матче, который, скорее всего, будет результативным, но и потенциально 1-1 тут исключать нельзя. «Лестер» достаточно надежен в обороне, и если «Лисы» сконцентрируются именно на том, чтобы не пропустить гол, эту задачу они могут решить. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы!